какая дорога. Ну, это действительно такая дорога, что... Это как-то вот... Вот такое. Вот пусть знает руководство РШФ. Конечно, Александр Васильевич может передать в искаженном свете, что мы тут отдыхаем. А вот мы вот так вот с Сергеем Анатольевичем здесь носимся по Ростовской области. Так он с нами же, видишь? Ну вот он с нами, до Михаил Витальевич Крюков. Все ж теперь, да? Ну да, не нас, конечно. Во, и дом. Культуры, наверное. Культуры. Да. Культур-мультур. Здесь будет шахматный клуб. Да. Сделаем. Или вот здесь вот. Ну там нет, это магазин. А это будет магазин шахматных принадлежностей. Ой, рыночек какой-то тут, какая картинка. Давай подъедем, поснимай такого еще. Вот это будет отдельный кадр. Сделай, пожалуйста.